Даша, снизу вон там вытирает. Вот туда лезть, да, туда можешь залезть. Молодец. А к этому песку нельзя идти? Нет, можно, просто будем проваливать. Ты здесь не проваливаешь? Нет, это будет неудобно. Так а что ты понесешь? Да? Помогите. Сейчас, да, сейчас. Ну все, вы перепад. Смотри, кто-то спереди, а кто-то сзади за спинку. А спереди куда брать? Спереди вот за эти две. Ага, я понял. Взял. Вот, типа он взял. Да. Так, смотри, высота там осторожно. Ну что, здесь можно ставить, я доеду. Там еще кусочек. Так, ну здесь... Давай. Взял? Да. Оп. Yeah. Класс. В общем, у нас в Лиде, в центре города, есть такой замечательный пляж. А на этом пляже прекрасно все. Тут есть песок, его потом досыпают, становится больше. Тут есть раздевалки, вот там есть туалет. Правда, на коляске я в него не попаду, но это отдельная история. У нас есть огромная спасательная служба с катерами, с катамаранами, с лодками, которые можно брать на прокат. Все замечательно, все классно. Все сделано для того, чтобы люди приходили, загорали, общались и чувствовали себя летом замечательно, комфортно. И даже не покупали дорогие путевки в Египет, потому что иногда у нас бывает достаточно по-египетски жарко. Но! В чем проблема? Я не могу попасть на пляж. И много людей в таком же положении, как я, тоже не могут попасть на пляж. Люди, которые, не знаю, мамы с колясками, им тоже тяжело попасть на этот пляж. И вот что я предлагаю. Сделать такую небольшую дорожечку, которая будет так вести прямо к водичке. И, конечно же, отдельный лежачок, на который можно заезжать и отдыхать людям с такими проблемами. Недалеко от спасательной службы, чтобы они были, как говорится, у них под надзором. И все будут довольны. Никакого расизма, никакой дискриминации, никакой гомофобии. Все будут счастливы на Лидском пляже. Все. И там генерально принимаю. Заходит в конференц-зал, и там увидите две ступенечки, буквально два пролета. Ну, замечательно. Я думаю, что там аэропорт, людей много, что помогут мне там найти ступеньки и спуститься. Да, да, да. Кого-нибудь спросите, там начальники смен аэровокзального комплекса или кого-то. Ну, я думаю, вам подскажут. С какими проблемами сталкиваетесь за рулем, ну, кроме парковочных мест, которые занимают? Мне говорить про проблемы управления автомобилем или про проблемы вождения, там, выхода и входа в автомобиль? Не, по поводу вождения, как бы, вопросов нету, это как бы, там, ну, разные автомобили у каждого приспособлены. Нет, я именно про, может, поведение на дорогах, может быть, какой-то неприспособленный тип, там, бордюры и так далее. Ну, то есть, что, какие проблемы, с какими проблемами вы сталкиваетесь?